какое вино пил Иисус. Меня это всегда интересовало, какое вино пил Иисус. Потому что многие люди так, ну Иисус тоже пил вино. Да, Иисус пил. А какое вино? Самое дорогое, которое не держал алкоголя внутри себя. Старинные такой, скажем, старинные справочники, там я просто почитал это, и говорит, как приготавливать 20 литров вина, им надо было потратить, говорит, не меньше 100 литров воды. Допустим, что делали, когда уже виноградный сок, выжат этот сок, они взяли специальные емкости, закрывали герметическое и вложили в воду, и ставили камень, и 21 день это вино должно было оставаться в этой воде. И после этого, когда... брожение заканчивалось. Да, и вытаскивали эту воду, это было просто виноградный сок. Вот Иисус именно пил это вино. От этого вина ты мог радоваться, но не пенеть. И для меня было это очень большим открытием. И я стал над этим работать. И меня находило людей, которые специалисты в вине. Они говорят, это реально, это возможно. Я лично употребляю время от времени кипяченое вино, которое не выпаривает да, полностью нету алкоголя. Там я могу даже добавить корицу, там, допустим, лимон, чуть-чуть такое получается очень вкусное, как сангрия, но безалкогольное. Я вот это употребляю, лично я, но стараюсь держаться подальше от вин, которые держат алкоголь. Именно да, алкоголь. Почему? Потому что я не практикую алкоголь. Почему? Когда я даже столько выпью, для меня хоть столько, хоть литр, это сразу отреагировать, тупеет, там много что там. Поэтому, допустим, я людям... Ты видишь ухудшение да, самочувствия. Вот, да, я понимаю, что это мне не надо, и все. И как будто время, как будто против моего совести я иду. И поэтому я употребляю вино только кипяченое. Но ты говоришь об этом в церкви или нет? Нет, люди, которые говорю, когда надо, говорю, я не прячу. Знаете, в церкви одно проповедую, там да, внутри. Да. Нет, нет, говорю, ребята, все можно. Которые, но не все полезно. Да, не все полезно, но... Я что говорю, вино, которое я употребляю, там нету алкоголя. Вообще нету алкоголя. Поэтому это получается виноградный сок. Но это не совсем виноградный сок. Это намного вкуснее, чем... ферментированный. Да, это намного вкуснее, чем виноградный сок. На самом деле, вечеря Господня, когда мы принимаем, и мы именно делаем именно с виноградного сока, мы не принимаем вино. Почему? Потому что, смотрите, да, закваска. Вино ведь это заквашено. Иисус пил вино. Я не верю, что Иисус, он пил заквашенное... На Пасху заквашенное вино. И как и хлеб было без дрожжей, и также вино. Понимаете, мы... И поэтому здесь я придерживаюсь, это больше, скажем, мое субъективное откровение, но я придерживаюсь, что Иисус, он не пил алкогольное вино.